Более 100 полицейских и жандармов получили ранения в ходе приуроченных ко дню труда акций протеста против пенсионной реформы во Франции. Как сообщил министр внутренних дел Жераль Дерманон, 20 стражей порядка были ранены в Париже. По всей стране задержано около 300 демонстрантов. По оценкам МВД, в общей сложности в манифестациях во Франции приняли участие около 800 тысяч человек. Организаторы оценивают это число гораздо выше, более чем в 2 миллиона, и называют протест всенародным. Как ожидается, закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, вступит в силу осенью. Инициатива, принятая правительством без голосования в парламенте, вызвала протесты и забастовки по всей стране. C'est une réforme qui est vraiment impopulaire et ils l'ont fait passer de force. Et c'est, je pense, c'est tellement insulter la démocratie, insulter le peuple français. Je pense que tout le monde en a marre de voir la déconnexion avec laquelle le gouvernement nous traite. Профсоюзы называют нынешние первомайские выступления историческими и заявляют, что народный гнев отражает отсутствие доверия к политической власти.